Всем привет, с вами Вилкович, и давайте предположим, что вы в первый раз заходите в CSGO. Ну вот, скачали вы CSGO, вот у вас написано «Играть». Ну, давайте прежде тем, чтобы играть, зайдем свойства. Заходим «Установить параметры запуска» и вводим все то самое, что и у меня. Это вам поможет. Более у вас при этих настройках будет более плавная игра, а консоль, ну, чтобы была консолька. Нажимаем ОК, закрыть. Что же мы делаем дальше? Нажимаем на компьютере панель управления NADI. Если у вас другие, я не знаю. Просто листайте дальше это видео. Ждем, пока у нас Надя очухается. Надя, давай. Так, Надя. Давай, Надя. Надюшка. Ох, красивая Надюшка. И заходим в управление параметрами 3D. И начинаем вводить тут порядок. Предпочитаем графический процессор автовыбор. Так, графический процессор. Все. Фильтрация выключить. Синхроми импульс выключить. Затенение фонового освещения производительность. Вот, да, производительность. Кэширование шейдера включить. Хотя можно, в принципе, и выключить, но все-таки лучше оставьте. Максимальное количество заранее. В общем, ставим в одну. Потоковая оптимизация выключить. Режим управления электропитанием. Предпочтительный режим максимальной производительности. Сглаживание фикса выключить. И сглаженный режим выключить. Тройная буферация выключить. Ускорение нескольких дисплеев. Режим однодисплейной производительности. Фильтр вот этот выключим. Это высокая производительность. Привязка выключим. Все. Нажимаем. Так, секундочку. Нажимаем применить. И нажимаем отмен. Так что я походу. Режим вот однодисплейный. Вот режим совместимости. Все, вот применить. Отмена. В принципе, у вас CS уже, в принципе, готов, чтобы начинать играть. Более плавно, более лучше.